Всем привет! Сейчас утро, 8:30 утра. Мы трошки проспали, мы идем на море. Я хочу показать вам спуск. Пескичи, Италия, море. Какие виды нам открываются при спуске. Смотрите, ресторанчик. И вот морской порт такой. И пляж. Если по телефону разговаривать, прямо какая-то телефонная площадка. Растя, пошла в пи... Растенька, стоп, подожди меня, Растя. Вот так видели, сколько там людей выходят посмотреть на море, поговорить по телефону. И вот по таким ступенечкам мы каждый день. Растенька, а тут дорога, серпантинная дорога. Мы ходим по таким ступенечкам. И бывает и по два раза в день. Пошли. Здесь уже более крутой спуск, поэтому огорожена сетка. Кораблик уплывает. Это кораблик уплывает на остров. На остров, на экскурсии мы ему машем. И раньше я говорила, мы все время купаемся, в море плывет кораблик, мы ему машем. А это последние дни мы стали долго спать и слышим, когда кораблик уходит в дороге. Или вчера, по-моему, еще будучи дома, мы его слышали. Тобто много спим. Вот этот мне нравится. Тут такие прямо львы, скульптуры. Такой балкончик. Вот красивый отель. Тут отломал кто-то. Поломал всю птицу еще одну. А вот какая Массандра с бассейном даже. Вон бассейн в углу и раскладушечки. Кактусики красивые. Идти до пляжа, ну как бы до того момента, где мы уже расстилаем подстилку, 15 минут мы засекали время. Но это не бежать, это идти вот так вот, как я сейчас иду. Когда мы идем наверх, я могу где-то даже и сесть, там минуту посидеть. Растя, стоп, стоп, тут дорога. Видите, вот эти пролеты везде сопровождаются. Стоп, автомобильная дорога. И вот оттуда мы спустились, уже спустились. Все, сейчас мы поворачиваем. Вон кактусы большие тут растут. Поворачиваем в этот пролет. Вот так идем, 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 идем. Идем, 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 идем. Пока трошки выключим. Мы уже почти спустились. Так сейчас еще не сильно жарко. И то, кстати, я уже мокрая. Смотрите, какие тут и пальмы. А вот какие кактусы, как листы, как алоэ, только такие огромные. Этот. И то жарко. А представьте, если мы в обед спускаемся. Это вообще очень жарко. Но я всегда, как пользуясь как этим своим методом, как и в Херсоне, там, в Украине, так и здесь продолжаю. Если мне надо уходить, то я перед уходом я иду и купаюсь. Притом
с головой, мочу голову и по-мокрому одеваюсь или вообще не одеваюсь и начинаю, ну как позволяет обстановка, и начинаю движение полностью мокрое вместе с головой. Ух ты, это гранат. Да? Чешу. И тогда и растю так же самому. И растю я перед выходом обязательно. Она полностью с головой у меня ныряет, и мы идем. Растя, стоп! Кактусы такие с такими балдашниками. Вон можно спуститься к корабликам. У всех собачки, видите? Ой, запах от цветов такой. Прямо даже рисковатый. Что полиция стоит, пишет. Хотела постоять, послушать, может, что случилось. Растя не дает. Бежит. Город еще спит. Капушка. О, кораблик наш отчаливает. Кафешки уже работают, но на пляже людей еще очень мало. Сейчас начнут приходить. Но если они у них в 10 часов вечера только начинаются встречи с писателями, как вчера, как бы спать ложатся поздно люди. Понятно, что в такого рай. Для них это очень рано. А для нас это уже поздновато, потому что хотелось бы раньше. Я хочу вообще выйти на рассвете как-то. Это ж надо немножко сделать над собой усилия, раньше встать. Раньше встать не проблема, а выходить потом целый день, чтобы не быть сонной мухой, а быть энергичной. Мы размещаемся вот так вот под стеночкой этой, потому что тут тенек. И вот мы уже сегодня, завтра, кстати, неделя, как мы тут будем, Пескича. Растя, пошли, не хочет вставать. А я говорю, а тут куча выбрасывает зонтика, потому что ветер шманает. Этот кругов там, я говорю, ой, тут прямо уже склад сделали всяких. А думаю, а что мы не взяли какой-то поломанный зонтик и не сделали себе дополнительно тенечек? Потому что сейчас вот эта тень, видите, она все будет все уже, уже, уже. И где-то через часик ее, ну, нет, через часа два ее вообще типа не будет. Вот. А так зонтик у нас будет уже. Так что мы уже прибарахлились. Растя не хочет купаться. Ну, что мне делать? Хотела ее окунуть, взяла мячик. Сейчас попробую ее еще раз пригласить. Хочу же показать вам море сегодняшнее. Все, Растя не хочет идти, значит, пойду сама. Она будет лежать, ждать.
даже когда хожу купаться, Оксана говорит, она вообще не это. Вот она может играться, рыть, играться в мячик, играться со спайки. Она говорит, ты идешь купаться, все, она ложится и смотрит в ту сторону, куда ты пошла. Даже говорит, не это. Не шевелится вообще. Хотя я бы не сказала, что она такая прямо ну, преданная мне, верная. Я не знаю, она мне всегда не слушает. Мне кажется, что она пойдет за любым, кто ей даст кусок сосиски какой-то. А видите, как оно выходит? Морька сегодня хорошая, спокойная. Вообще. Красота. И вот, боже, вот так отсюда смотришь и думаешь, боже, неужели я иду, хожу на вот эту высоту? А мы действительно, мы живем возле замка. Замок вон на самом углу, на самой высоте. И вот это мы туда ходим. Вообще обалдеть. Вообще не знаю как. По два раза в день. А отсюда, кажется, такая сумасшедшая высота. Но получается, видно, из-за того, что серпантинная дорога эта, как-то оно легче. Не знаю, не могу найти этому объяснение. Ужас. Сама сейчас стою и глазам своим не верю. Морька. Пошла немножко в сторону скал. Пройдусь. Растенька отдыхает, не хочет со мной ничего. Значит, пойду я одна. Я вообще там хотела походить по водичке, как бы туда ближе к этим скалам пройти. Не знаю, это возможно. Тем крайним. Думала, с Растей пойдем, но она что-то вообще расстроилась. Тоже устаю. Честно сказать, я сама такая с каждым днем все уставшая и уставшая. Потому что действительно очень много ходим. Ну, в смысле, вверх-вниз. Такая нагрузка. Вот. А на море очень много плаваю. Я прямо вообще как с цепи сорвалась. Не могу остановиться. Ну, уже как, уже вчера, начиная со вчерашнего дня, я так захожу, немножко проплыла и просто прыгаю, так окунаюсь. О. Бачите? Тут продажа, торговля вовсю. Спортсмены. Вот я поднялась, смотрите, тут много людей на этих камнях, и тенек, но тенек не на камне, а я смотрю, вот, может нам, Оксана говорила, может типа с собаками, и вот с этой стороны. Боже, какая красота, я в шоке. Спустилась сюда вниз к морю. Боже, какая тут краса вообще. Не только тут, а вообще везде. Ну... Цвет воды. Цвет воды ж меняется тоже в зависимости от того, как на него падает солнце. Поэтому как бы очень классно, что я снимаю, сама себя хвалю. Очень классно, что я снимаю в разное время дня. Вот я хотела как бы типа за... Ну там стена, да? Зайти, ну.
Вода чистейшая. Блестит так, да? Вообще бомба. Плюс камушки. Ой, чтоб я сейчас носом не об эти камушки не дала. Тут он какая-то или подпорка, или что вот это вот деревянное. Тут же, возможно, что-то... Фиг его знает. Уже тут вообще такой зеленая вода. Чувствуется немножко холодное течение, как бы временами. Иду показать, вам хотела, как оно с этой стороны, где солнышко, как оно светит. Уже красиво, как красиво. Ай, как красиво. Какая вода чистейшая. Класс. Все, будем купаться. Вот такая красота. Красота. Смотрите, кто плывет. Чаечка. Боже, какая краса. Какая краса. Класс. Смотрите, дно. Это вообще... Все видно, каждую крупиночку, каждую. Только что купая за этими скалами, вода была, она и сейчас там зеленая, зеленая вода, а тут... Голубая-голубая. Такая красота. Обалдеть. Просто обалдеть. Насколько все красиво. Я вот иду и задаюсь вопросом. Вот как можно, когда окружает, когда этот мир настолько прекрасен, настолько красив. Как можно желать войны? Как можно воевать? Вот как это можно делать? Жизнь, она же такая быстротечная, такая прекрасная. Ну, как бы живи и радуйся. Вот этот Путин, ну, имея деньги, имея власть. Ну, ты можешь, я не знаю, вот живи и наслаждайся вот этими красотами. Путешествуй, везде бывай, везде отдыхай. Тебе уже жить-то осталось, но уже возраст же. Ну, блин, я пиши мемуары какие-то на берегу моря. Не. Надо воевать, надо все трощить, надо все разбивать. Ну это ж вообще какой-то мрак. Ну як так можно? Ну что это с голове у человека, с головой у человека, в голове у человека? Чтоб вот такие вот ужас. Ну смотрите, ну какая красота, а? Прелесть, а?
найду Красеньки своей. Надеюсь, что она никуда не ушла, ждет меня. Да не, она никуда не уйдет. Ну, сейчас возьму ее, пойдем купим какой-то пирожок. Что купим перекусить. Все, Морька. Эта часть Морька пока. Идем мы на ту часть Морька. Я пришла и встретилась уже с Растенькой, хочу ее покупать. Она не хочет, уговаривает. Кидай, Растенький, кидай. Кидай водичку, кидай. А мячик, Растя? А вот он, Растя. Растя. Растюшка, иди сюда. Не хочет. Не хочет. Мое чудо, не хочет. Мячик никто не берет. Плыви, Растя, на берег, раз хочется на берег. Тут так шумно. И он, Растя, сидит, ждет. Время 2 часа. Мы зашли в кафе, купили пиццу. Такую, по кусочкам. Ну, такая, что все одно тесто. 2 евро стоит. Все, Растя уже хочет кушать, поэтому нам смачного, мы и кушаем. Наташа, без 10:08 здесь будет закат. А что без 10:08? Он в начале 9. Forse in Africa che importa. Tu dimmi quando, quando, dove sono le tue mani, del tuo naso, verso un giorno disperato. Ed io sete. Siete ancora tu dimmi quando, quando non guardarmi adesso amore, sono stanco perché penso al futuro.